До конца года в селе Чеботаевка Сурского района откроется новый фельдшерско-акушерский пункт. Фельдшер Наталья Козлова признается, что она сама и сельчане с нетерпением ждут открытия ФАПа. Ведь в нем созданы все условия. Просторные кабинеты, красивая отделка и пластиковые окна. Все для комфорта фельдшера и пациентов. Также в новом медпункте проведено автономное газовое отопление, горячая и холодная вода. Раньше вода, хоть она у меня была не очень была далеко, но приходилось ходить с водой, с ведерком. Сейчас она здесь будет и холодная, и горячая. Ну, и это будет большая помощь для работы на ФАПе. Фельдшер сможет оказывать экстренную помощь, проводить первичный прием пациентов, физиопроцедуры, диспансеризацию и вакцинацию. Пока же медик принимает в старом медпункте. В Чеботаевке проживает 500 человек, поэтому потребность в ФАПе есть. Соответственно, учитывая то, что это село на сегодняшний день один из тех сел, в котором есть прибавка населения, тогда как во всех других идет убыль, соответственно, этот ФАП будет, так сказать, в полном объеме занят своим предназначением. ФАП построили по региональному проекту модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта здравоохранения. На его постройку выделено около 10 миллионов рублей. Кирилл Савосин, Геннадий Бухтаяров, УПРАВДА ТВ.